Инициативная Рязанка годами ведет неравную борьбу с невежеством и наглостью своих земляков, параллельно обустраивая малую родину. Ее труды не могли остаться незамеченными. Юлия Ларина продолжит. С виду это обычный пустырь, но скоро он преобразится и станет красивой детской площадкой. О своем новом проекте председатель комитета территориального общественного самоуправления Зинаида Михайловна может рассказывать часами. Где и что будет, когда приедут рабочие и какую поставят карусель. Одна спортивная площадка для детей постарше уже есть. Это будет ясельная. На участок на наш выделено 3 снаряда спортивных. И мы решили сделать площадку, ну и кое-что там свое добавим, еще снаряды, песочницу, все сами. И вот в этом месте мы решили сделать еще одну детскую площадку. Инициативность Зинаиды Михайловны на днях отметили. Она признана лучшим работником коммунальной сферы Рязани. На добрые дела из городской казны выделили премию, которую сейчас планируется потратить на еще один проект. Безобразие. И воры останавливаются, и крытые машины останавливаются. А как их увидишь? Я, например, не увидишь, невозможно. Влезет, вот нет, я не вижу. Ну пока добежал, они сбросили, даже в контейнер не бросают, даже рядом с контейнером. Такие жалобы каждый день председатель комитета ТОС выслушивает регулярно. В борьбе за чистый поселок сама принимает активное участие. Мусорные контейнеры здесь постоянно переполнены, и причина не в коммунальщиках. Просто со всей округи именно сюда тащат отходы организации придорожной кафе, а платят за все это жители поселка. Вот, например, сотрудник сервиса привез сюда пакеты. Его не остановила ни наша видеокамера, ни увещевание жителей. Он нецензурно распрощался, сказав, что никаких санкций к нему применить пожилые люди не могут. Вот вы видели сами сейчас как? Вы не разговаривали. Не разговаривали. А что вы сделаете? Только все отвечают. А что вы сделаете? Но прекращать борьбу Зинаида Михайловна не собирается. Обещает завершить проект. Премию за звание лучшего планирует потратить на то, чтобы вооружиться фотокамерами и наказывать таких дерзких водителей по закону. Юлия Ларина, Юрий Косоротов, Вести, Рязань.